Златоустова на книгу «Бытие». Если выкапывающие золотоносную землю, как увидят, где жилы с частицами золота, не прекращают это занятие до тех пор, пока, поднимая землю и спускаясь в самую глубь, не достанут оттуда большого количества золота, то тем более нам, ищущим не золото, но надеющимся найти несказанное сокровище, нужно каждодневно разыскивать его, чтобы, получив таким образом великое духовное богатство, с ним возвратиться домой. Там чувственное богатство часто подвергает своих владельцев опасностям, а еще прежде опасности доставит им малое удовольствие. Вдруг улетает от них, потому что или нападают обманщики, воры, разбойники, или слуги, сторожа похищают его и убегают. Но здесь ничего такого не может случиться. Это духовное сокровище не может быть похищено. И когда будет положено в кладовых нашего ума, то недоступно для всяких козней, если только мы по своей беспечности не допустим к себе того, кому сильно хочется похитить его у нас. Враг наш, злой дьявол, когда видит собранное духовное богатство, приходит в ярость, скрежещет зубами и неусыпно старается как бы найти удобное время и похитить что-либо из сокрытого внутри нас. А никакое время так неудобно для него, как то, когда мы беспечны. Поэтому мы должны непрестанно бодрствовать и заграждать ему доступ к нам. Если он увидит, что мы бдительны и соблюдаем великую осторожность, и после одного или двух нападений заметит, что напрасно он усиливается, то наконец отступает со стыдом, зная, что не будет ему никакого успеха, потому что мы весьма осторожны. Итак, зная, что мы всю настоящую жизнь должны проводить в войне, будем вооружать себя так, как будто враг стоит перед нами и непрестанно наблюдает, не задремали ли мы немного и не открыли ему возможности нападения. Не видишь ли, что имеющие много денег, когда ожидают нападения неприятелей, прилагают великую заботу о их сохранении? Иные скрывают их за дверями и запорами и всячески обезопашивают. Другие закапывают даже в землю так, чтобы никто не мог найти их. Таким же образом следует и нам, собрав богатство добродетели, беречь его с великой тщательностью и не выкладывать на глаза всем, но скрывать его в самом надежном хранилище ума и заграждать все входы, пытающимся похитить его, чтобы, сохранив это богатство в целости, могли бы мы по перемене здешней жизни иметь некоторые запасы на этот путь. Проживающие на чужой стороне, когда хотят возвратиться в свое отечество, задолго стараются из-под воль собрать столько запасов, сколько достало бы им на всю дорогу, чтобы не подвергнуться голоду. Точно так и нам, живущим здесь, как в чужой стороне, все мы действительно странники и пришельцы. Надобно здесь уже заботиться и заготовлять себе духовные запасы, состоящие в добродетели, чтобы когда Господь повелит нам возвратиться в свое Отечество, мы были готовы и часть этих запасов взяли с собою, а другую отправили наперед. Свойство этих запасов таково, что мы приготовим себе совершением добрых дел, то предупредит нас там, отворит двери дерзновения пред Господом и откроет вход, так что мы войдем совершенно безбоязненно и найдем великое благоволение у судьи. И чтобы знал ты, возлюбленный, что это точно так, подумай только, что подающий щедрую милостыню и здесь живет с добрую совестью, и когда переселится отсюда, находит великую милость у судьи и услышит вместе с прочими эти блаженные слова: «Приидите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира, ибо алкал я, и вы дали мне есть». Такую же награду получит каждый и за другие добродетели. Так будет за исповедание грехов и за усердные молитвы. Если мы в настоящей жизни успеем омыть грехи исповедью и получить прощение от Господа, то отойдем туда чистыми от грехов и найдем себе великое дерзновение. Но невозможно найти на том свете какое-либо утешение тому, кто в настоящей жизни не омыл грехов. Потому что ибо в аде сказано: «Кто исповестся тебе?» Ибо в смерти нет повествования о тебе. И справедливо, здешняя жизнь есть время подвигов, трудов и борьбы, а та – время венцов, наград и воздаяний. Будем же подвязаться, пока еще находимся на ристалище,
чтобы в то время, когда должно получить венец и награду за труды, быть нам в числе не осуждаемых, а тех, которые с дерзновением получат венец на голову. Это сказал я вашей любви не даром и не напрасно, но потому что желаю каждый день напоминать вам о добрых делах, чтобы, делаясь лучшими и совершенными, и сияя добродетельной жизнью, вы стали безукоризненными и чистыми, чадами Божьими непорочными. И светили, как светильники в мире, уча словом жизни, в похвалу нам в день Христов, чтобы одним видом своим приносили и вы пользу тем, кто бывает с вами, и чтобы вступающие в беседу с вами получали общение в присущем вам духовном благоухании и добродетельной жизни. Сила добродетели такова, что и не делающие я весьма уважают ее и относятся к ней с великою похвалою. Равномерный порок постоянно осуждается даже теми, кто предан ему. Так он для всех ясен и очевиден. Едва ли кто станет, когда хвалиться им. Но удивительная вещь, что замышляют на деле выполнить, то часто порочат словами и стараются скрыть от народа. И этим Бог показал свою любовь к роду человеческому, что в каждом из нас поставил в нелице приятное судилище совесть, которое делает строгое различие между добром и злом, а это-то особенно и лишит нас всякого оправдания, что мы впадаем в грехи и не по неведению, но по беспечности душевной и по нерадению добродетели. Имея это в уме своем ежечасно, будем усердно заботиться о своем спасении, чтобы между тем, как время проходит, мы незаметно не причинили себе величайшего вреда. Аминь. Аминь. Во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного Иже от Отца рожденного прежде всех век, света от света Бога истина, от Бога истина, рожденна, не сотворена, единосущна Отцу и же вся бывша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Святой и Марии Девы и вочеловечися, распятого же за непрепонтистым Пилате, и страдавшего, и погребенного, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судите живых и мертвых, Божие царствие не будет конца. И в Духа Святого Господа истинного и животворящего, и же от Отца исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемой славим оглаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, желаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.